Всем привет, с вами «Импульсивер» и Юлия Шаркова. Ждали свежую порцию классных новостей, ну так мы их тщательно отобрали, вкусно приготовили и спешим поделиться. Ну, начнем с проблем. Весна запоздала, но пришла и принесла не только радость от потепления. Снежная каша и лужи во дворах затрудняют движение пешеходов и машин. Мари Боху промониторила городские паблики и пообщалась с представителями городских служб. Уверена, сегодня большинство новоуренгойцев на работу и учебу отправились в припрыжку. Только не от радости, что началась трудовая неделя, а из-за каши из воды и снега во дворах и на улицах. Пешеходам трудно передвигаться, а машины то и дело застревают. Сообщения об этом появляются в городских пабликах. О труднопроходимых местах люди пишут в чат главы. Из разных точек города пользователи отправляют фото неочищенных дворов и улиц и просят решить проблему. Огромная просьба произвести очистку проезда по улице 26-го съезда КПСС 2Г, детский сад «Елочка» и улица Юбилейная, дом 1. Невозможно ни пройти с детьми, ни проехать на машине к детскому саду. Проход к 11-й школе выглядит сегодня вот так. Примите меры, пожалуйста. Ужас, да сколько будет продолжаться такое? Трудности возникают и у автомобилистов. Некоторые машины сегодня не смогли выехать из своих дворов. Застревают, как видите, не только легковые машины. Вот, например, наша рабочая машина, наш фургон тоже застрял. Вот сейчас водитель пытается всеми силами выбраться, чтобы нас дальше отвезти на съемку. Профессионализм, как говорится, не растеряешь. Наш водитель Завур быстро справился с проблемой. Для очистки дворов и улиц задействовано более 70 единиц спецтехники, большое количество дорожников и дворников. Они убирают снег с дорог, тротуаров, откачивают лужи и ливневки. Дорожники работают круглосуточно, чтобы устранить проблему, но несмотря на все их усилия, очистка снега в период таяния остается сложной задачей. Откачка талых вод происходит ежедневно в две смены. Воду откачиваем как с городских дорог, так и во дворах. Также чистим ливневки, чтобы вода могла беспрепятственно уходить. Обо всех проблемных участках мы знаем. Просим набраться терпения. Если в вашем дворе непроходимая проблема, оставить заявку вы можете в телеграм-канале УГСК. Работа дорожников под постоянным контролем. Комиссия управления муниципального хозяйства регулярно выезжает в рейд, чтобы проверить, как ведется очистка. Специалисты управления муниципального хозяйства выезжают в данный период снеготаяния ежедневно. Жалоб очень много. Проводим визуальный осмотр. Больше делаем уклон, конечно, на социальные объекты. Детские сады, школы, больницы. Обеспечить подвоз детей обязательно. Ну, подрядные организации рекомендовано им усилиться. По итогу осмотра направляется требование к подрядным организациям. Ставятся сроки. Сейчас вот в данный момент это сжатые сроки мы ставим, 3-4 дня, не больше, для устранения замечаний. За расчистку в Новом Уренгое отвечают две подрядные организации. Это УГСК и «Стройэнергосервис». Вторая следит за порядком в южной части, в 4 микрорайонах и на «Оптимистах». Если снежные валы возле дома мешают проходу, звоните в департамент строительства и ЖКК, в единоокружной коммунальный сервис или в свою управляющую компанию. Сделать это можно дистанционно на портале ГИС ЖКХ. Как вы поняли, все силы подрядчиков брошены на устранение весенних проблем. Пока идет очистка и вывоз снега, придется набраться терпения. Впрочем, самые активные продолжают писать о проблемах в чат главы. Пока выбирайте обувь по сезону и ищите объездные пути. Мари Боху, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». Во вторник, 25 апреля, глава города проведет прямой эфир с информагентством «Импульс Севера» на своей странице ВКонтакте. Начнется он в 7 часов вечера. Вопросы можно отправлять в личные сообщения Андрею Воронову в ВК или в наших соцсетях под анонсом этого события. Как показывает анализ уже присланных обращений, в топе расчистка, вывоз мусора, выгул собак и его последствия.
В жизни как бывает? Черная полоса, потом белая, так и новости. Есть проблемы и есть крутые, классные события. «Ямал-клик» – проект, который родился в «Импульс Севера» и вырос до медиафорума. В этом году мы провели его во второй раз и вновь порадовали наших юных участников интересными спикерами федерального масштаба. А еще приготовили для них порцию новых знаний, которые они смогли применить, чтобы создать свой медиапродукт. Несколько команд, мозговой штурм, эмоции – все смешалось, но получилось просто огонь. Давайте смотреть. Запомните этот зал таким. Сейчас он абсолютно пустой, но буквально через 30 минут его заполнят. Горящие глаза и светлые головы, жаждущие получать новые знания и создать свой проект. В общем, 3, 2, 1, и мы начинаем. Не удивляйтесь, в этот день я очень быстро меняла локации. Сцена, закулисье, аудитории, мастер-классы. В этом калейдоскопе мест, людей, спикеров и кроется вся суть форума «Ямал-клик». Успеть за один день получить столько знаний и впечатлений, чтобы хватило на целый год вперед. И в этот раз количество участников выросло, а география расширилась. Почти 300 человек из различных медиа-объединений города, в том числе и дошкольных, а также юные корреспонденты из Ноябрьска, Надымского, Приуральского района и даже из Нефтьюганска. Юль, ты только посмотри, сколько их сегодня в этом зале. Думаю, что скоро мы с тобой останемся безработной такими темпами, конечно. Ну, я точно не останусь безработной, потому что именно я сейчас на эту сцену приглашу идейного вдохновителя этого проекта. Нашего руководителя, директора информационного агентства «Импульс Севера» Владислава Сильнинова. Мы проводим мероприятие в самом лучшем учебном заведении Ямала, Новоуренгойском многопрофильном колледже. Спасибо вам большое. И сегодня у нас на церемонии открытия присутствует заместитель главы города Новоуренгой Михаил Атарыч Терещенко. Михаил Атарыч, ну давайте в форме интервью. Я же как журналист, и поэтому хочу спросить, а как вы в прошлом году вы были на форуме? Каковы остались впечатления и осадочек, может, какой? Осадка точно не было. Всем привет. Я очень рад тому, что эта традиция заложилась. А скажу, что это была хорошая затравка в прошлом году и явилась мощным импульсом для того, чтобы я сегодня пришел к вам вновь. Пять, четыре. 3, 2, 1. Ямал-клик! Форум объявляется открытым, друзья. В этом году число участников увеличилось, но наших экспертов массовостью точно не напугать, ведь они лучшие из лучших, настоящие профи в сфере медиа. На ребятах разные футболки, конечно, для красоты, но и функционал у такой задумки тоже есть. По цветам мы поделили команды, их получилось целых 3, а вот кураторов больше. Гости из Ноябрьска прибыли целым комплектом. Направление основы журналистики представил директор медиахолдинга МИГ Максим Солодов, но он прибыл не один, а с помощником. Направление бренд-медиа представил редактор службы образовательных проектов международного канала RT Илья Никаноров, город Москва. Ораторскому искусству ребята учились у Леси Привидион. Леся – тренер и автор курсов по прокачке публичных выступлений, а еще начальник отдела специальных проектов информагентства «Импульс Севера». Друзья, уже через несколько минут они будут ждать вас в своих аудиториях. Вы готовы? А кураторы готовы? Рад тебя здесь видеть. Так хорошо, что ты пришел. Да? Как-то не очень убедительно. Как будто бы я не очень-то рада и не очень-то ты пришла. Все со мной, как будто бы все в порядке. Ну, скажи, мы вроде уже не стесняемся друг друга, да? Вы получали образование журналиста или добились этого без образования? На журфаке вы получите базу, которая в конечном итоге вам пригодится в первые месяцы работы. Либо если вы условно захотите перейти из одной сферы медиа в другую.
Подробнее о работе каждой площадки мы расскажем вам завтра. А еще покажем, как прошла встреча на взрослых площадках со специалистами нейролингвистического программирования. Ну и, конечно, окунем вас в откровенные разговоры с нашими хедлайнерами Еленой Летучей и Владимиром Селивановым. Может, в Уренгое дом взять себе, не знаю. Только на работу ездить далеко будет. Сколько вы им там заплатили? Честно говоря, у нас тогда редактор не вырезал эти моменты. О да, мы знаем, вы заинтригованы. Ну терпение, друзья. Скоро все-все расскажем и покажем. Юлия Шаркова, Павел Михайловский, Антон Берестянский, Николай Александров. Информационное агентство «Импульс Севера». Зарядились позитивом, его не бывает много, так что продолжаю. Неделя добра в Новом Уренгое завершилась днем открытых дверей в Центре помощи бездомным животным «Городок». Котов и собак навестили больше полусотни человек, в числе которых дети, волонтеры и сотрудники предприятий. Животным подарили внимание, ласку и 300 килограммов корма. Интересная подробность – добровольцы из «Золотых грифонов» стали первыми на Ямале, кто заключил соглашение о сотрудничестве с муниципальным приютом. В рамках ранней профориентации ребят будут вводить в курс дела по трем направлениям – кинолог, ветеринарный врач и зоопсихолог. Волонтеры уже познакомились с питомцами, о которых им предстоит позаботиться. Очень люблю животных, особенно попугаев, то есть птиц. А собак я не знаю почему. Я постоянно к уличным подхожу, и они меня как друзей воспринимают. Я хочу, чтобы как можно больше животных нашли дом, поэтому делаю им пиарные снимки, кормлю и помогаю, чем могу. У меня нет домашнего питомца, но из-за этого я решил стать волонтером и помогать котам. Сегодня приехали в городок не с пустыми руками, привезли необходимые вещи, тряпочки, корм, некоторые медицинские препараты для, собственно, лечения и для постояльцев, как для кошек, так и для собак. И еще про прогружение в профессию. В Новом Уренгое начался региональный этап чемпионата «Профессионалы». Участники – подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Конкурс проходит по двум номинациям – эксплуатация беспилотников и машинное обучение. В первой участвуют новоуренгойские школьники, а конкуренцию им составили ребята из Тазовского, Красносилькубского районов и Таркасале. Всего их ждет 5 модулей. По результатам этапа победитель сможет попасть на всероссийский чемпионат, который пройдет летом на Сахалине. Для конкурсантов машинного обучения испытания начнутся завтра. Сейчас для этого направления подходит консультация. Мы когда вчера готовились, я могу сказать так, все ребята показали достаточно высокий уровень, потому что когда тебе дают, давайте так скажем, неисправное устройство, надо очень хорошо разбираться в запчастях, из чего он состоит, как это все соединить и не сломать при этом и заставить дрон взлететь. А вы знаете, что многие дети летом хотят остаться в Новом Уренгое, чтобы поработать в отрядах главы. Как раз сегодня для ребят из разных льготных категорий прошли запись на первую смену. Завтра заявочная кампания откроется для остальных желающих на общих основаниях. Заявки принимаются на официальном сайте администрации города с 14 до 16 часов. Всего отряды главы города объединят 600 подростков от 14 до 18 лет. Работать школьники будут как в городе, так и в отдаленных районах в Карачаево и Лимбияхе. В первой половине дня подростки будут заняты очисткой парков, береговой или лесотундровой зоны. После обеда для них организуют спортивные и развлекательные мероприятия. Заработная плата составит около 40 тысяч рублей. Критериями отбора является время подачи заявки. То есть выделено в 24-25 апреля с 14 до 16.00 время. И расчетное время при уже сортировке заявок является, конечно, критерий – это время подачи заявки вплоть до минуты.
Ребята из отрядов – большие помощники в части наведения порядка на улицах, а теперь про более глобальную возможность улучшить жизнь в нашем городе. Уже более 30 тысяч ямальцев проголосовали за объекты благоустройства с начала голосования. В числе самых активных – новорингойцы, жители Салехарда, Пуровского и Надымского районов. До 31 мая каждый северянин, которому исполнилось 14 лет, сможет сделать свой выбор самостоятельно на федеральном портале 89.городсреда.ру или с помощью волонтеров. В нашем городе в этом году выбирают из 4 объектов, которые будут благоустроены в 2024 году. Напомню, это территории, примыкающие к поликлинике номер 2 в микрорайоне Мирный, детская и спортивная площадки на Ленинградском. В списке также многофункциональная площадка в микрорайоне Крымский и пешеходная зона на Сибирской. Делайте выбор, делайте город лучше. В нашей жизни очень много зависит от слов. Слова бывают детские, слова бывают взрослые, слова могут ранить, слова могут лечить, слова могут не значить ничего и значить очень многое. Слова иногда могут быть понятны без слов, а иногда непонятны совсем. А чтобы понять других и чтобы поняли тебя, нужно запомнить всего 3 слова. Детский телефон доверия. Мы всегда поймем, что вы хотите сказать. Детский телефон доверия. 8 800 2122. Поможем найти нужные слова. И немного здорового адреналина со спортплощадок всей страны. Лучшие баскетболисты Ямала уже известны. Это школьники и школьницы из Нового Уренгоя. Бойцы газовой столицы также демонстрируют хорошие результаты. На первенстве УРФО каратисты собрали хорошую коллекцию медалей. В числе победителей и призеров – воспитанники клуба «Самурай». О других достижениях узнаете из нашего дайджеста. Начну с профессионального спорта. Пляжники «Факела» – победители первого этапа чемпионата России. Игры прошли в Сочи. Олег Стояновский и Илья Лешуков обыграли дуэт из Анапы. Отмечу, до перехода в «Витязь» Вячеслав Красильников защищал цвета «Факела» и в паре с Олегом Стояновским стал чемпионом мира в 2019-м. Пока же дуэт Красильников-Семенов уступает коллегам из «Факела». У пляжников национальный чемпионат стартовал, в классическом волейболе он уже в финальной стадии. В завершающей серии «Факел» борется за места с 5 по 8. Ямальцы уже провели 3 матча с командой «Динамо» Ленинградская область. В 2 из них одержали победу. Молодцы, парни добавили огня и красок в серую ямальскую весну. Но расслабляться рано, плей-офф еще идет. Ямальцы не только с мячом ловко обращаются. Динара Фахретдинова стала вице-чемпионкой России по скалолазанию. Комплекты медалей в двоеборье разыграли в Москве. Отмечу, это новая олимпийская дисциплина, и в ней спортсменка из Губкинского сумела взобраться на 2-ю ступень пьедестала. Отмечу, конкуренция в этой дисциплине была очень высокой, только среди женщин за медали боролись 42 участницы. Новый Уренгой стал лидером в первенстве Ямала по баскетболу. 120 спортсменов из нашего города, Ноябрьска, Салехарда, Губкинского и Тазовского, 3 дня боролись за звание лучших. Абсолютными победителями стали новоуренгойские команды юношей и девушек. 2-е место занял Ноябрьск, 3-е место забрали девушки из Губкинского и команда юношей из ГДУ Новый Уренгой. Павел Прожогин, информационное агентство «Импульс Севера». Желаю вам болеть только на трибунах. Всем продуктивной рабочей недели и хороших новостей. А для этого оставайтесь с «Импульсом». Всего доброго!